Magomed Mustafayev before the fight at UFC in St. Petersburg. Magomed, it is a pleasure for us to speak with you. Магомед, мы очень рады увидеть вас сегодня, и это для нас большая честь разговаривать с вами. Спасибо большое. Okay, my first question. How is to fight before the Russian community, Russian public on his soil? Как вам выступать перед российским сообществом, перед русскими фанатами? Каково вам это? В UFC я первый раз выступаю в России. Для меня это, конечно, я очень рад выступать здесь. Очень много фанатов, могут приехать очень много родственников, друзей. Так я очень рад. I'm very happy to be here. There are a lot of fans. My family can visit me and support me. So it's just amazing to be here. For many of fighters, UFC is a dream. To fight with them, to fight for them is a dream come true. How Magomed feels that? Магомед, для многих борцов выступать в UFC – это такая большая честь, самая большая мечта. Каково это для вас? Была ли эта мечта для вас? Ну, это, конечно, на сегодняшний день это самый большой уровень MMA. Поэтому, я думаю, каждый второй стремится попасть в UFC. Как бы. Для меня это… Да. Я очень рад здесь выступать. Мне очень нравится все. Все на уровне. Oh yeah, this is also was my dream. I'm very happy that I can fight here in UFC. It's really a high level. What does Magomed think about his opponent? Where does he see his best advantages? What kind of minuses does he see? Какие плюсы и минусы есть у вашего соперника, и что вообще думаете о нем? Мой соперник очень хорошо боксирует. Он выходец из тайского бокса. Очень много раз по тайскому боксу. Я думаю, что у меня борьба будет намного лучше, чем у него. Но я так думаю. А так, он ударник обычный. Хорошо дерется в ударке. My opponent is a good boy. He's good in boxing, but I think I'm like a better. Also, he's good in punching, but I think I will be like a winner. Does Magomed has any type for the main event of this evening? So fight between Alexei Oleinik and Alistair Overeem. Who does he pick? Есть ли у вас какое-то мнение по поводу боя Алексея Олейника и Алистара? Что вы думаете об этом? Как вы думаете, кто победит? Ну, я думаю, они друг друга хорошо знают, потому что они, может, даже тренировались вместе. Но Олейник в последнее время очень часто начал удивлять. Он как заканчивает бои такими непонятными болевыми. Как бы, конечно, я болею за Алексея Олейника. Но в этом бою может быть все. Это тяжеловесие. Один удар все может решить даже. So yeah, they know each other rather good, yeah, and they train a lot. And I think that Olenik has is better with his knockout, and also he's he also prepares something special, you know, for this performance. But time shows us. I'm not sure who will be the winner. Where will we see Magomed Mustafayev in next 2 years? What does he plans to do? Какие ваши планы на ближайшие 2 года? Где мы сможем вас увидеть? Что вы об этом думаете? У меня был очень большой простой из-за перелома руки, из-за травмы. Поэтому я 2 года не выступал. А сейчас я хочу, думаю, каждые 3 месяца, иншалла, буду выступать. Как бы, по плану, если я буду здоров, буду выступать часто. Unfortunately, I had a huge break because of my head was broken. So now I want to fight nearly 3 times a month. Yeah, yeah. Okay. Thank you very much for this interview. Have a nice fight in Saturday. Спасибо вам большое за интервью. Удачного боя и удачи. Спасибо вам. Всего лучшего.